Проверяется готовность кончиком ножа. Если он выходит сухим, значит кекс готов. Le même pâtisserie? Вот уж верно, что повсюду в мире чувствуется влияние французской кухни. Раньше это называлось эмиграция. Что между этими словами общего и в чем разница? Нужны ли мы кому-нибудь за границей? Или где родился, там и пригодился.